Я приехал, брат, сегодня еще здесь. Ну, вчера просто там поздно приехал, вас встречи были. Сейчас посольство там надо, там мне там беженцы сирийские надо там документы делать, они там отправляют. Сначала хочу завтра утром сначала рейс в Волгоград. Будет время, сначала можем еще сегодня увидеться. Сначала я думаю, после дома еще слова власти. Ну, давай, 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 давай